Всем привет, это с вами я, Сергей Гуд и команда Weekend Life. И сегодня я хочу рассказать в продолжении репортажа о моей работе, какие приятности меня встречают в процессе моей работы. Вот сейчас я нахожусь на трассе между Крымском и Абинском. И здесь есть чудное кафе. Я сколько раз приезжал к ним, делал заказы, ну, по работе своей, да. А здесь столько народа, постоянно молодежь, взрослые люди на легковушках, на крутых легковушках. Вот. И дальнобойщики, и люди здесь едят. И вот сегодня очередной раз я приехал за заказом к ним. И говорю, а что за вкуснятина у вас такая? Они делают чебуреки. И вот я сегодня не удержался, значит, заказал чебурек, томатный сок, да, и буду отведывать, значит, эту вкуснятину. Но, честно говорю, я давно не ел чебуреков. У меня к этой еде, скажем, такое, ну, осторожное отношение, да, потому что есть так называемые легендарные беляши, да, неизвестно из чего делавшие. Ну, судя по тому, что здесь много народу, и они у меня каждую неделю делают заказы кетчупа, да, вот я сегодня попробую эти беляши. Ой, извините, чебуреки. Чебурек стоит 70 рублей. Вот я взял два чебурека и большой томатный сок. Это мне обошлось 200 рублей. Тем более, что вроде как время обеда, надо перекусить. Поэтому я сегодня у своего клиента кушаю чебуреки. Обалденно вкусно, горячее. Два чебурека с мясом, а у них еще тут зеленью есть, сыром. Ребята, этого того стоит. Нужно пользоваться услугами своих клиентов. Помогает налаживать отношения с ними. Ну, честно скажу, не прогадал я, не прогадал. Надо будет как-то Алчонку сказать, что у нас сделала такой чебурек. Есть домашние животные такие, ну, не знаю, чьи-то хозяева или, может, дикие, вот, ну, подкармливаются они здесь постоянно. Сейчас я вам покажу, что за животные здесь. Thank you.
выглядит это кафе в дороге, в тенечке, стационарные столики. Ну и там под крышей находится сама кухня. Солидные дядьки кушали. Ну и вот сама эта трасса. Кафе находится возле бензоколонки. Проходимость здесь большая, дорога на Краснодар идет. Так что здесь с бизнесом все в порядке. Ну вот, я не пожадничал. И с этими мальчишками, девчонками, с мамой, маленьким их ребеночком, поделился чебуреком. Чебуреки они тоже любят. Очень быстро отреагировали на слово «кс-кс». Рыженькие. Вот такие. Может забрать себе котенка. У Арсения дружок появится или подружка. Вкусные чебуреки. Можно ехать дальше работать. У меня сегодня маршрут Новоукраинск, Армянск и город Абинск. Так как я поел, я могу спокойно до вечера работать. Все, ребята, пока. Это был маленький репортаж. Сергей Гута, Викинг Лайф. Пока.